Здравствуйте. Продолжаем работу над изображением Николы с добавлением в краску яичной эмульсии. Вот я вот так вот, мне здесь белила немножко, охра. Ну, в общем, охра, белила, вода и все. И вот такая вот консистенция. Вот важно все это хорошенько размешать, чтобы у нас не было крупинок. Сейчас мы сделаем высветление на лицевой части, и я возьму побольше кисть для... Сейчас мы делаем высветление на лбу, учитываем общую форму головы. И, конечно же, всегда нужно в уме держать какой-то определенный источник света. Можно даже... Так, у меня попала ворсинка, но я ее сейчас трогать не буду, пускай уже так просыхает, потом достану. А источник света... Я всегда себе, в общем, почти всегда определяю какой-то один источник света. Ну, то есть у меня где-то свет падает вот сверху. Так, например, слева. Вот. И тогда у вас все будет получаться логично, без проблем. Вот я здесь немножко высветляю волосы. Как я говорила, что планирую снимать для вас видео по объяснению того, как правильно у нас здесь работает построение в иконе. Но это будет на другом канале, поэтому жду ваших подписок, если вам это интересно, конечно же. Я захожу здесь светом на нижнее веко и растягиваю эту плавь до зрачка. Здесь у меня немножко грубоватые линии, просто лучше делать. Здесь у меня грубоватые линии, конечно, лучше их делать немножко потоньше, но так уж получилось. Я просто как бы сделала так, чтобы было видно. А на видео это все лучше. Ну, с другой стороны, они у нас постепенно смягчатся и почти будут незаметными. Ну, вот мы высветляем верхние плоскости усов и бороды, там, где у нас попадает свет. Это все имеет, конечно, четкую структуру под собой, связанную с построением головы, черепа. Вот, но мы это здесь не будем разбирать. Но если вы потрудитесь и будете изучать параллельно пластическую анатомию и рисунок, то я вам обещаю, что ваш уровень иконописи даже будет намного лучше и выше, чем просто, если вы будете этим заниматься на таком уровне ремесленном.
Вот так мы потихоньку прорабатываем параллельно элементы одежды. Здесь у нас будут потом кресты, но мы пишем эту ткань, не обращая внимания на то, что у нас будет потом. Ну, получается так красиво, как бы объем ткани и сверху кресты, оно потом выглядит очень красиво. Понимаете, вот это такая живопись, она довольно-таки сложная в своем процессе, но, как говорится, это того стоит, потому что те эффекты, которые мы получим в итоге, они очень красивые, интересные. Ну, конечно, здесь уже, если вы работаете на заказ, то это и дороже. Ну и зависит уже от того, что нравится это клиенту или нет. На этом я заканчиваю. Прощаюсь с вами. Всего хорошего. До новых встреч. Творческих удач и всего самого наилучшего.